Как развивается малый и средний бизнес? Какую поддержку власти оказывают предпринимателям? Налажен ли диалог с бизнес-сообществом? На эти вопросы в нашей студии отвечает руководитель Якутии Егор Борисов. Нам необходимо все-таки с этим институтом развития еще раз посмотреть, еще раз проанализировать ситуацию. Может быть, если есть необходимость изменить позицию, искать какие-то другие моменты, чтобы более эффективно работать.